Друзья, всем привет! Мы снова с вами, неугомонные просины, снова в Нижнем Новгороде. Сегодня у нас тематический обзор, который попросила подписчица, начинающий кондитер. И очень важно, что можно приобрести в IKEA для ее профессиональной деятельности, при этом за такие адекватные деньги. Ну, мы решили с Дмитрием Юрьевичем не брать в расчет ножи, разделочные доски, про это мы уже много снимали, говорили, полотенца, какие-то очистительные вещи. Это все, пожалуйста, можете использовать. Но у IKEA есть специальная серия для кондитерских изделий. Пойдем покажем. Мы ее, в принципе, вам показывали всю, но показывали мы ее вам по частям. Поэтому сейчас у нас будет повторение мать-учения. Вот такой коврик, где у нас 449 рублей, Бактрадитион 61 на 46. Коврик двухсторонний. С одной стороны, очень удобно. Диаметр от 8 до 41 сантиметра по кругу. Дальше квадрат, либо прямоугольник делать, тоже полностью все градуировано. Это силиконовый коврик, на котором можно все разделывать, размечать и прочее. И тоже очень классно, здесь можно рисовать шоколадом, замораживать и получать определенные фигурки. То есть коврик на самом деле очень путный. Единственное, что печь на нем нежелательно, вы его можете испортить. Следующий коврик, вот это уже коврик для выпечки. Коврик тоже из серии Бактрадитион. 249 рублей, 41 на 31. Раньше он назывался Мантрант, по-моему, розовый, помнишь, был у нас такой? Конечно, он темнеет со временем, но дело свое делает. Круги разного диаметра, можете наносить по размеру, можете наносить как вам удобно. Дима, ты что молчишь? Я пока не выключился. Ты не включился еще? Я молчун. Теперь молчун, да? Ну ладно. Дальше, формочка, три предмета, сейчас по фэмили. Фиск Бен. Три штучки. Здесь у нас сердечко, кружочек и цветочек. Я знаю, что кто-то использует для оладушек, для яичницы, но знаю при этом, что девочки замораживают даже какие-то десерты в этом. Поэтому здесь такая многофункциональная вещичка. Дальше. Торт-бак, 499 рублей. Рамка для выпечки регулируемая. Выглядит вот как будто консолька. Давай сначала на картинке покажем, что можно сделать. Вы можете сделать большой квадрат и маленький квадратик. Но это еще не все. Во-первых, есть градуировка. Только это не сантиметры, а инчи. Кстати, как инчи... Вот, допустим, SL умноженное на 10 получается наши миллилитры. А инчи? Ты знаешь? Ой. Повар бывший. Повар инчами не учили. Инчами не учили? Смотри, интересная штучка. Во-первых, фиксаторов очень много. Я могу соединить, как мне удобно. Разъединить, как мне удобно. Хороший плотный металл. Все это раздвижное. То есть, ну, такая многофункциональная вещичка. Поэтому кому... Фокус, приди. Диму этому не учили. Нет, я тебе наоборот скажу. Расскажу этот микрофон один. Меня учили, но я не работал с этим. Тогда, значит, рассказываем дальше. Дальше. Регулируемая рамка для выпечки, не круглая. 499 рублей, торт-бак, 30 сантиметров. Принцип такой же, что у квадратной рамки. Только меняется радиус, да? Да, только меняется радиус. Но на самом деле для бисквита это очень удобно. Ты сразу заливаешь той формы, которая тебе надо. Согласись? Он и не кривенький у тебя получается, да? Ровненький сразу. Хорошенький такой, красивенький. Жопка расти получается. Какой соблазн сегодня, Дмитрий Юрьевич, бросить диету и вечером в бенье какао с круассанчиком сожрать? Нет, нельзя. Ладно, утром, может быть. Мы с Юрьевичем стройнеем. Кажется, загрызли? Да. В комментариях. Я 20 килограмм сбросила, вам мало, надо еще сбросить. Дима тоже решил мне помочь. Я солидарна. Чтобы обидно не было. Подставка для торта. Кстати, ты ее в каком-то из обзоров оценил, да? Она каменная. Да. Стоит 2500, 29 сантиметров, крутится. Камень всегда гуд. Мрамор. Подставка сталь. Никелированная. Здесь на крепеже. Прямо на тарелочке самой.
Ну, очень удобно. И охлаждать, во-первых, удобно. И даже подавать на этом можно. Не только пирожные. Да. То есть, фактически, это профессиональная кондитерская подставка. Дальше едем. Эти штучки уже по фэмили. Это у нас ложка для теста. Название давайте. Лед Бакат. 279 рублей. Дим, откуда? А зачем дырки? Я, конечно, посмотрю. Я сейчас подсмотрю. Шпаргал. Вот смотри, зачем дырки. Чтобы лучше отлипало, получается? Не знаю, там, правда. Ко мне таких вопросов не задают. Кстати, я тоже не кондитер. Ребят, зачем дырки? Ой. Зачем дырки? Ну, чтобы там, может, скорее всего, не прилипало. Ну, да. Чтобы то есть, она сразу ты... зачерпнула и вывалилась. Ну, интересно, все-таки от профессионалов. Формочка для печенья. Лед Бакат. Здесь 5 штучек, цена 299 рублей. Смотри, это фактически кольца. Можно резать, я думаю, все помнят в детстве формочки. Были. Я думаю, запекать, залил формочку. Вообще это формочка вырезать печеньки. Uh-huh. Здесь острый край, то есть тесто песочника. Чпок. Размер. Чпок, точно, это чпок на печенье. 3 сантиметра, 5 сантиметров, 7 сантиметров, 9 и 11. Нержавеющая сталь. Дальше. Вот такие мерники Вардаген. Мерный кувшин на 1 литр и на пол-литра. Не рекомендую. Очень хрупкие. Лучше купите профессиональные металлические. Ручки на раз-два разваливаются. 0,5 стоит 200 рублей. Если найдем побольше ценник, покажем. Так, на этой полке все. Дальше перемещаемся сюда. Форма для выпекания со съемным дном. Вардаген. 1200. Раз. Два. То есть можно испечь круглый пирог, можно испечь кекс. Сама не пользовалась, клиенты берут. Дома? Я помню, что это было подобное. Вот он быстро у нас превратился в негодность. В негодность было такое, но это не икеевское было. Дальше пойдем. Очень классная штучка. Называется миска для теста. 600 рублей. Чем хороша? Во-первых, объемом 3 литра. Во-вторых, прорезиненное основание. Она не скользит. Раз. Я с тобой не скользаю. И вот этот наклончик, видишь? То есть здесь она тоже падать не будет. Знаете, ваши мысли обуздайте. Камера за вами не успевает. В общем, удобная миска за 600 рублей. Миска называется Висп-Нинг. Получается, тут с двух сторон можно, если что-то пожиже, можно с этого. Да, пускать. Сливать. Как с сепаратора. Вот с этого. Вообще, пока стоит ручка еще. Такое, многофункционально. Следующая миска. Ом Тен К Сам. Звездная война. Вот вырезать чуть-чуть, а это получается под лицо. Тебе идет, я тебе сошью каску скоро. Крышка с миской. Крышка удобная, не спорю. Ценник, конечно, не бюджетный. Стало уже стоить 1500, стоило 1300. Закрываем плотненько. Практически вакуум получается. Она прям прилипает. Дальше. Формочка. Сокертак. Люк. Я «Звездные войны» не смотрела. Да, поэтому можешь не стебаться. Не смотрел, можешь не стебаться, я не понимаю, о чем. Формочка для выпечки, 6 штучек. Кексики, маффины, 2 коричневые, 2 розовые, 2 синие. Стандартная деревянная скалка, 320 рублей. Она из массива березы. Даже из бука она сейчас, кстати. Да, из бука. Потому что думаю, что-то на повесу. Ладно, у нас опять тайминг улетел. А, в общем, были у Икеи мраморные каменные скалки. Мы успели подарить Диминой маме. Она на подставке, очень тяжелая. Она просто шикарно раскатывает тесто. От обычного до слоеного. Поэтому, Икея, верни скалку. Шикарно не просто, а легко и быстрее. Тебя слышно? За то, что, за счет того, что она тяжелая. Может, тебя было слышно все-таки? Далеко. Дима велел передать, что раскатывает не просто классно, а здорово. Не здорово, а легко и быстро. Легко и быстро. Пойдем.
сито, с которым, наверное, знакомы все. Единственное, что его ни в коем случае нельзя мыть. Если вы попользовались, вытряхнули, просто протерли, и все, больше с ним делать нельзя ничего. Если вы его помыли, то механизм у вас просто ломается. Стоит оно сейчас, кстати, тоже по акции 139 рублей. Ценник на сито постоянно меняется. Дальше, форма для запекания двойная, со съемным дном 700 рублей. Не тефаль, но неплохой довольно-таки механизм и гораздо проще в плане ремонта, если вдруг отвалилось. Стандартная съемная форма, донышко, непригораемое покрытие, но все-таки стоит что-то постелить, либо хорошенько смазать, 27 сантиметров в диаметр. Продается она, друзья мои, вот в таком виде, без какой-либо пленки, без коробочки, поэтому имейте в виду, могут быть какие-то маленькие дефекты, потому что они вот так вот кучкой навалены. Так, это еще не все. Пойдем вот в ту часть отдела, покажем еще несколько предметов, которые могут пригодиться. Мы снова возвращаемся к серии Вардагин. Это формочка под маффины. 38 на 29, 3 на 12 штук. Сюда можно вставлять силиконовые стаканчики, либо бумажные одноразовые. В принципе, все остальные формы вполне подходят и для кондитерского мастерства тоже. Форма для выпечки на 2 литра. 38 на 26 Вардагин. 529 рублей. Форма для хлеба, в которой можно испечь какой-то кекс. 449 рублей, 1,8. Единственное, что если не положить специальную бумагу, есть риск, что все это прилипнет. Поэтому, пожалуйста, внимательнее к таким вещам. Еще хочу обратить внимание вот на такую форму для духовки с решеткой. Знаю, что для каких-то специальных бисквитов девочки подобные формы ищут. В Икее она есть, стоит 1200, 40 на 32. Я не такая кулинарка, не знаю, почему именно ищут с такой решеткой. Расскажите, пожалуйста, почему именно вот эта решетка так нужна и чтобы это был противень. Для водяной бани. Для водяной бани? Дима подсказывает, для водяной бани. Он решил больше, чтобы его не было слышно, и озвучивать буду теперь только я. И умные слова, я больше говорить не буду, полезно. А мне это повторить? Нет. Они услышали. Услышали? Да? Да, верно, да. На монтажке не знаю. Так. Аксессуар для украшения блюд. 199 рублей. Гарнитурен. Силиконовый. Легко сминается. Легко моется. Единственное, конечно, у него нет никаких насадок. Она одна. В виде вот такой звездочки. С прорезюшкой. Одевается, по отзывам клиенток, плотненько. В принципе, можно применять. Но я вот так сходу. Что-то я-то это. Ты налил туда жижу, и ты начнешь разгрывать. Ты обговняешься, пока закроешь. Неужели стеклянная? Вот, Дим, тебя сейчас слышно или не слышно? Слышно, слышно. Вот сейчас слышно, да? Я погромче скажу. В общем, я не смогла одеть. Вот смотри, ты налил жижу. Крем, да? Да. Ты начинаешь закрывать. Все. Нет. Сканешь, кинешь на меня пару раз еще. Зачем-то я купил это. Да, 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 да. Зря микрофон выключил. Включи микрофон. Сегодня я молчу. В этом обзоре Дима решил помолчать, условно. Мельнички. Девчонки, обязательно те, кто занимается кондитеркой, они вам нужны. Очень удобно. Я знаю, что многие просто берут сразу несколько наборов, насыпают все свои специи, все украшения, которые нужно в молотом виде подавать, и используют одну или две мельницы. В принципе, если брать вот кондитерку, а нет, не все, не все, я... Скребок. Губ Рора, 69 рублей. Цвета разные, но, пожалуйста, имейте в виду, не мучайте ваших посредников, так как иногда мучают нас наши клиенты. Мне только черно-белый. Девочки, они все одинаковые. Белый даже темнеет быстрее. Они бывают так, что в магазине лежат только в одном цвете. Приходят они только вот так запечатанные. То есть весь скребок не упакован. На это тоже обратите внимание. Сделаны они в Китае. Повторюсь, стоит... Ладно, душа поэта не выдержала, скажу. Включился наконец-то. Ну? Это очень больная для меня тема, так как в доставку нам... привозят всегда в разном цвете, а клиенты хотят или черно-белый. Ну, я повторю твои слова. Это относится ко всем тем, кто хочет заказ через интернет-магазин.
никогда не ждите. Ну да, есть вероятность, как в лотерее, что вам привезут то, один что к четырем. Но всегда, если есть на одном как бы, предмете разные цвета, всегда продавцы ложат рандомно. Вот, то есть он подошел, да, вас взяли. Заказали 10 штук, да. Раз, два, три, посчитал, кинул. Да. Так, это еще не все. Во-первых, я хочу еще вот так, про такие скребочки сказать. Это лопаточка Баглад и кисть для выпечки Баглад. Это для тех, кому красоты хочется. Красоты и эстетики на кухне. Фактически форма похожая. Они довольно-таки плотненько сидят, но при желании можно снять. Знаете, для чего я использовала, когда пекла хлеб сама, икеевскую лопаточку? Очень удобно было в хлебопечке все поправлять, не повреждая хлебопечку. Скажи красиво. Пойдет. Ты говорить-то теперь будешь? Нет. Ты опять не говоришь? Все, больше не скажу ничего. Вот. Я скажу одно. Подписывайтесь на Яндекс.Дзен. Там с Димой можно ссылка пообщаться. В описании. Пойдем еще. А вот этой финалочкой мы закончим. Это нелюбимый Димин предмет. И, может быть, мы его упросим поговорить. Ну, почему ты говоришь нелюбимый? Я говорю, что не стоит вот этими вещами работать с горячей духовкой. С горячей духовкой лучше работать варежки текстильные. И чем тоньше, тем толще, тем лучше. Нет, не то, что лучше, а безопаснее. Ну да, потому во-первых, что видишь... смотрите, вот даже по Татьяне. Если у вас большая духовка, глубокая, и у вас блюдо, оно находится на внутри, небольшое, да, духовки. Вот, смотри, если, да, вот шансы там... обжечься повышаются в разы, так как варежка вот эта силиконовая, она очень маленькая, она только закрывает ладонь. Мне, знаешь, кажется, она вот, только если с краю вот где-то стоит, и то я так, да, не... Вот, вот так цапнуть и достать. При том, что резина по отношению с тканью более теплопроводна. До тебя быстрее дойдет тепло, чем через ткань. Тепло-жар. В общем, вон там, вон там есть большие варежки. Они вот прям вот такие. Сколько мы не работали на кухне, я много поработал у духовок. Все мы всегда и всюду учили. Всегда и всюду мы работали в очень больших рукавицах текстильных, толстых. Поэтому имейте в виду, и, как говорится, спасибо за опыт. Это безопасность. Это безопасно. Это не мода, не цена, даже пусть будет это в 10 рублей стоит, я всегда буду рекомендовать текстиль. Многослойный, при том. Ну, слушай, наверное, все по тому, что можно использовать вместо каких-то профессиональных кулинарных штучек, да? Потому что все остальное, это уже будут всевозможные формы. Про них, я думаю, мы снимем отдельный обзор. Ну, ты как хочешь. Я же сразу не парюсь в этой теме. Времени сколько мы сейчас с тобой наснимали? Ну, минут 15 будет. Просто, знаешь, наши подписчики обзоры больше 15 минут не любят смотреть. Ну, пора заворачиваться, значит. Да, тогда, значит, миски и вообще все формы для запекания мы снимем отдельно, потому что некоторые из них вообще, в принципе, ну, для кондитерки просто физически нельзя использовать. Друзья, спасибо большое за просмотр. Не забывайте делать традиционные для YouTube вещи. Лайк, подписка. Повторюсь в очередной раз, если вы хотите с нами пообщаться, пожалуйста, комментарии в Ютубе, комментарии в Яндекс.Дзене, отмечает Дмитрий Юрьевич. Меня там нету. Если нужна я, пишем в Инстаграм. То же самое наоборот. Димы в Инстаграме нету, его там не ищите, он вам там не ответит. И когда я мне... максимум на Инстаграме про IKEA выпускаю видео. Да. И когда вы пишете в директ, в мой личный аккаунт, Татьяну Просину, «Дима, подскажи, пожалуйста, а болтик у этого речного дна так можно крепить?» Я этот ответ Диме пересылаю, потом Дима мне отвечает. Отвечает и пересылает. Заново. Заново. В связи с этим, пожалуйста, к Диме комментарии, обращенные YouTube и Яндекс.Дзен, ко мне в Инстаграм. Вас еще раз благодарим. Жаль, конечно, на дворе уже осень, а 100 тысяч мы так и не дошли. Может, мы просто перестанем париться касаемо количества, и оно само дойдет. Может быть. Может быть. Юрьевич, жди к следующему дню рождения. Да ну, это совсем уже будет это неприлично. Неприлично? Да. Да, честно, неприлично. Поэтому давайте будем приличным каналом и станем, наконец, уже серебряным. Давайте к Новому году наберем хотя бы. Ну, 8 тысяч. К июню хотели, к августу, теперь уже к Новому году. 8 тысяч. Как это много, но много для нас. Ну, на самом деле, я в Инстаграме 2500 подписчиков набрала за месяц. Как-то так.
странно. Ладно, не суть. В общем, ребят, кто пользуется кондитерскими изделиями именно для вот применения, да, икеевскими? Делитесь вашим опытом. Ваши комментарии читают, поверьте мне. Они будут очень полезны. Да. Пока.